Ребятушки, обзор покупочек. Значит, смотрите, что взял. Наггетсы. Короче, наггетсы — офигенная вещь. Вообще не парься, кинул на сковородку 2-3 минутки и все. Хаваем, одно удовольствие. Так, килечки взял. Вот она, рыбка. По четвергам будем есть сладенького к чаю. Цукерки, кэнди. Короче, альтернатива сникерсу для бомжей. Так, куриных крылышек взял. Вот. Тоже. Сколько у меня вышло? Килограммчик. Ну, как всегда говорю, взвесьте 300 грамм. Взвесили, говорят, 5,5 тонн. Будете брать? Говорю, конечно, буду. Майонез. Вот. Жирность 35. Короче, все занятия фитнесом псу под хвост. Так, сырочечки. Ну, это лакомство такое. Всем рекомендую, очень вкусно. Так, что это? Сосисок. Сосисы. И вы не поверите, что взял пампушечки. Гляньте, сколько тут зелени. Короче, все, зима заканчивается. А, пахнет чесночком через пленку, через упаковочку. Вот сейчас у меня гречиха. Уже поджарилась с яичком. Сейчас покажу вам, как есть пампушки. Так, показываю холодильник. Смотрите, берем первое. Наггетсы ложим в морозилку. Так, сосиски сюда. Майонез кинули. Вот сюда. Сырочки. В дверь. Кильку. Сюда. А эти, наверное, не знаю, не буду прятать. Сейчас будем готовить. Распаковал пампушечку. Сразу запах по всей квартире. Офигенно. Кушайте пампушечки. Всем пока.